Тренировки два раза в неделю, а также общая физическая подготовка. Спортивная команда из гимназии Святителя Василия Великого начала свою подготовку к турниру по волейболу среди школьных команд «Серебряный мяч» за месяц до старта соревнований. Святослав полгода занимается этим видом спорта и достигает неплохих результатов. Это первый день соревнований? Нет, это уже не первый. Мы уже играли в «Серебряный мяч» и заняли первое место. На финальном этапе соревнований, которые прошли в Одинцовском спортивно-зрелищном центре, выступили 8 команд. Многие ребята выбирают волейбол, потому что игра учит работать в команде и поддерживать здоровый образ жизни. Мне нравится настрой команды, то, что мы все дружно играем, помогаем друг другу, помогаем собраться, не расстроиться. Все делаем вместе. После того, как в программу учебных учреждений округа добавили дополнительный урок физкультуры, мастерство школьных команд заметно выросло. Ребята участвуют в различных соревнованиях и достигают спортивных успехов. Наша команда сегодня старается, одержала 2 победы. Одна победа была волевой с очень сильным соперником. Но все основные матчи еще впереди, очень серьезная конкуренция. И уровень игры вырос многократно относительно тех лет, которые турнир проводился в предыдущие годы. В этом году в турнире по волейболу «Серебряный мяч» приняла участие 21 команда. Заслуженное первое место получили ребята из Одинцовской гимназии номер 4. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».